Китайская компания Geely представила новый купе-кроссовер Tuguela для российского рынка. Продажи автомобилей, выпуск которых налажен на предприятии PLG в Белоруссии, начнутся в ближайшее время. Внешность кроссовера была разработана под руководством Питера Хорбери, который ранее был главным дизайнером Volvo, дочерняя компания Geely. Свое название модель получила в честь водопада Tuguela в ЮАР, второго по высоте водопада в мире, высотой 933 метра. Габаритная длина автомобиля составила 4605 мм, ширина 1878 мм, высота 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. Объем багажного отделения варьируется от 326 до 1077 литров. Geely Tuguela построен на модульном шасси CMA совместной разработки с Volvo, которая предусматривает использование как традиционных бензиновых двигателей, так и электрифицированных силовых установок. В России кроссовер будет доступен с 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем, мощность которого пока не уточняют. При этом ранее модель получила одобрение типа транспортного средства, судя по которому двигатель будет доступен в двух вариантах форсировки – 199 и 237 лошадиных сил. Мотор будет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В список доступного оснащения войдет круиз-контроль, люк, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, виртуальная приборная панель и акустика от Bose. Салон можно будет отделать кожей. Полный список оснащения и цены на кроссовер будут названы позже. Mm-hmm.